Подмосковье охватила эпидемия бешенства. Почти 150 случаев заболевания зафиксировано на территории Московской области, начиная с 2015 года. 12 случаев заражения из них произошли на территории Орехово-Зуевского района. В нашем городе зафиксировано появление диких животных и нападение лисиц. В марте месяце мы выезжали на улицу Торфяную. Был контакт двух собачек у нас с лисой. На улице Красина, 28, были зарегистрированы появления лисы с двумя лисенками. Выезжали охотники, совместно с нами проводился отстрел. В микрорайоне Карболит лисица вышла, покусала граждан, гналась за маленьким достаточно мальчиком, который от нее пытался уехать на велосипеде, она даже прокусила шину. Дикое животное, особенно лиса, в нормальном состоянии, она никогда не будет заходить на территорию города, никогда не будет вступать в контакт с людьми. Если лиса вступает в контакт с людьми, это уже означает, что она бешеная. В конце мая на территории Орехово-Зуевы района введен карантин по бешенству животных. Согласно постановлению об ограничениях на территории города и сельских поселений, запрещено проводить выставки собак и кошек, торговать домашними животными, а также выводить питомцев и диких животных за пределы угрожаемой зоны. Что такое угрожаемая зона? При мероприятиях бешенства следует различать. Это эпизодический очаг. Это то место, где непосредственно было обнаружено больное животное. Это может быть квартира, личное подворье, дача, участки и так далее. Неблагополучный пункт – это на территории какого города или населенного пункта. И угрожаемая зона – это та зона, где возможен занос бешенца или появление бешенца. Почему? Потому что дело в том, что больное животное или собака за сутки может пробегать до 40 километров. Вот почему именно мы находимся в угрожаемой зоне. Бешенство – это заболевание, которое как для человека, так и для животного всегда заканчивается смертью. Потенциальные переносчики болезни – это лисы, мыши и енотовидные собаки. Особую опасность представляют лисицы. 80% заболевших лис не погибают, в отличие от собак. То есть собака 100%, если она заболела, она в течение 10-14, ну до месяца, она погибает. 80% лис не погибают. Из них 60% не проявляет абсолютно никаких клинических признаков. То есть она себя ведет вполне адекватно, нет ни слюнного течения, ни паралича глотки, ничего. То есть вот чем опасны лисы. И она может жить годами и являться носителем этого вируса. В случае, если на вас напало или на территории города вами было замечено дикое животное, достаточно позвонить по номеру 112 с любого телефона. На единый номер можно звонить при нулевом и отрицательном балансе. Сообщение сразу поступит в городскую администрацию оперативному дежурному. Решением санитарно-противоэпидемической комиссии было принято решение о формировании бригады, именно оперативной бригады по отлову лис, либо по более конкретным шагам в отношении, если это животное предоставляет угрозу для жизни и здоровья граждан. В эту комиссию у нас входят охотники районного общества охотников и рыболовов. Соответственно, их все контактные данные егерей и охотников располагаются в оперативной службе 112. Эти телефоны есть, соответственно, и у нас в администрации, в станции по борьбе с болезнями животных, в Роспотребнадзоре и в органах полиции. Заражение бешенством происходит через слюну больных животных, главным образом при укусах, а также через ссадины, царапины, ослюнение кожных покровов, слизистую оболочку глаз, полости рта, носа и даже при соприкосновении с каким-либо предметом или одеждой, загрязненной слюной бешеного животного. В зону риска попадают не только люди, но и домашние питомцы. Инфицированные животные крайне агрессивны и опасны. Они могут наброситься на вашего питомца, передать вирус бешенства. У домашних животных заболевание может протекать в разных формах. Собака или кошка становится чрезмерно ласковой. Аппетит у питомца снижается или извращается. То есть он может пытаться съесть несъедобные предметы. Животное прячется, боится воды. Затем затрудняется глотание, появляется слюнотечение и агрессивность. Собака и кошечка может рваться, может преодолевать большие расстояния, если она вдруг вырвется на свободу, ну, где-то 50 километров. Причем на своем пути, что ей попадется, там человек грызет, кусает, инородные предметы кусает, ломает зубы. Эта стадия тоже около 3 дней длится, и заканчивается это все стадией параличей, когда у собаки и кошечки отнимаются лапки, отвисает нижняя челюсть, почему слюнотечение возникает, она сглотить слюну не может, и, соответственно,
слюна выделяется. Вот это основные симптомы бешенства. И, естественно, наступает гибель животного в результате этого всего. Если вдруг вы такие симптомы своего животного обнаружили, в первую очередь его надо изолировать от окружающих, потому что это очень опасно. Второе, то, что вы должны сделать, это обратиться в государственное ветеринарное учреждение, то есть к нам. Или если вдруг недоступно по каким-то причинам, то телефон горячей линии 112. Вот так надо поступить обязательно. И бригада врачей выйдет обязательно по этому вашему вызову и примет соответствующие меры в соответствии с ветеринарным законодательством. Вылечить бешенство у домашнего питомца невозможно, однако его можно предотвратить при помощи профилактической прививки. В Орехово-Зуевской городской станции по борьбе с болезнями животных проводятся бесплатные вакцинации против бешенства препаратом Робикан. За 17 лет, как я работаю, я не наблюдал осложнений. Это вакцина инактивированная, переносится очень хорошо, на месте инъекции никаких местных реакций не возникает. Иммунитет формируется при первичной вакцинации через 30 дней, и повторяется эта вакцинация ежегодно. А при повторной вакцинации через 2 недели уже наблюдается стойкий иммунитет. В сложившейся ситуации укус животного очень опасен. Независимо от того, дикая это лиса или домашний питомец, он может быть переносчиком страшного и крайне опасного заболевания – бешенства. После того, когда произошел контакт с животным, или ослюнение, или укус, он должен в первую очередь промыть рану, обработать ее, наложить повязку и в первые же часы обязательно явиться в лечебное учреждение для проведения профилактических прививок. Во всех поликлиниках существуют сыворотки, вакцины. Ну и, естественно, в первую очередь все больные обращаются к нам в первый филиал, в травмпункт для проведения обработки раны и профилактических прививок с последующим продолжением прививок в лечебных учреждениях по месту жительства. Для человека бешенство не менее опасно, чем для животного. Шанс на выживание может дать только прививка. Вопреки распространенному мнению, о 40 уколах вводится всего 6 доз вакцины. Помните, вылечить бешенство нельзя, но предупредить возможно.